будет сейчас месяц на регистрацию. Надеюсь, они зарегистрируют, потому что уже опыт есть, как подавать, если там все документы, все нормально. И тогда будет опять отзыв иска. Единственное, непонятно, почему они сейчас сразу на ликвидацию подали, хотя в прошлый раз те же самые основания были о приостановке. Учитывая, что был представитель управления юстиции очень мрачная сидела, расстроенная, очевидно, что это не ожидало такого поворота событий. Абсолютно заказное судебное заседание. Значит, законностью здесь и не пахнет. Конечно, им неприятно то, что очень много людей пришло в зал судебного заседания. Им бы хотелось бы решать свои вопросы втихаря. Но люди пришли, значит, это, конечно, и большая моральная поддержка. Но, значит, как там будет разворачиваться событие, значит, трудно предположить. Но, думаю, все-таки, значит, самое главное, что нас много, и мы вместе.